Всех приветствую, продолжаем гулять по городу Петербургу, смотреть на дома, узнавать, кто жил в этих домах. Доходный дом купца Львова, 10-я линия, дом 41. Архитектор Крюгер, год постройки 1876-1877. Данные я беру с сайта City Walls, очень хороший сайт, рекомендую, интересно читать. Итак, 1876-1877, архитектор Крюгер, Эдуард Федорович. Четырехэтажный доходный дом построен в 1876-1877 годах архитектором Крюгером для купца Львова. В 1891 хозяином стал художник Куинджи. По документам 22 февраля 1896 года заложенное в кредит общественное имущество Куинджи перешло во владение от статского советника Александра Ивановича Чернова. В 1889-1892 верхний этаж был арендован под общежитие высших женских бестужевских курсов. В этом же доме жили. 1893-1894. Семья художника-мозаичиста Михаила Ивановича и Елены Иосифовны Зощенко, в которой родился сын Михаил, будущий известный писатель Михаил Михайлович Зощенко, который я, кстати, очень люблю. Вот так, присказка. Вот. 1893-1895 году скульптор Позан. 1893-1894 электротехник Шатилен. Соколовский Антон Иванович, уроженец деревни Дубина Ашмякского уезда Виленской губернии. Русский беспартийный, кочегар паровых котлов завода «Красный треугольник», проживал по этому адресу. Арестован 26 сентября 1937 года. Комиссия НКВД и прокуратура СССР приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в городе Ленинграде 8 декабря 1937 года. Вот так. Итак, немножко мы узнали по дому 41 по 10 линии Васильевского острова. Что-то какие-то данные. Данные я брал с сайта City Walls. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.